Привет, друзья, с вами Вайми, мы продолжаем играть в Darksiders, и я снова не там, где я в прошлый раз был, но в нескольких метрах оттуда, можно сказать. В прошлый раз мы убили Гривера и получили вот это. Будем испытывать. Так, еще раз открою карту, чтобы посмотреть, куда мне идти. Явно не туда, там я уже был. И поскольку мы убили Гривера, у меня теперь есть его сердце, которое нужно отнести Самаэлю. Ее сердце. Здесь что-нибудь есть? А, видимо, нет, хотя... Нет, погрузиться здесь нельзя. Ладно. Будем возвращаться к Самаэлю. И здесь был... Да, здесь были тоже ледяные кристаллы. Нет, не здесь. Здесь был Вулгрим. И... ну-ка. Не та кнопка. Да, в перчатку можно тоже применить. Одно вот это вот улучшение. И, пожалуй, я даже знаю, что я применю. Интересно, они работают все сразу или только то... Хотя... Только то, что в руках здесь как бы не может работать, потому что в руках всегда меч. Увеличивает урон. Мерси. Так, вот аптечек бы взять. А то без них плохо. И я хотел взять вот это вот, чтобы восстанавливать ярость. И на этом у меня кончились деньги практически. Что здесь нового? С перчаткой что-то? Да, держать. РБ. Окей. Это тоже непонятное что-то. И это в прыжке. Удар с удержанием, короче, заряженный такой. И здесь доступно еще что-то. Ладно. Так. Ну давайте купим вот это вот и попробуем. И больше мне ни на что не хватает денег. Я, пожалуй, пойду назад пешком, потому что там не очень-то далеко, но были какие-то места, где нужно разбить ледяные кристаллы. И... Да, вот это вот я сюда применю. Восстанавливается? Да, восстанавливается, отлично. Как здесь было возможно подняться? Вот так. К счастью, мины не респавнятся. Или они были не здесь. Так. И снова придется плыть. Сзади что-нибудь есть? Нет, сзади ничего нет. Окей. А рыба? Блин. Ладно. На них не хватает, что ли, одного удара? Окей. И всплываем. Да, вон там вон ледяные кристаллы эти. Посмотрим, что за ними. Ну-ка и попробуем. А, по сути, то же самое, что и на земле, только в воздухе. За ними сундук с яростью. С увеличением максимума ярости, точнее. Да. И он сразу же нам ее полностью восстанавливает. Что очень удобно. Так. Возвращаемся сюда.
Ну-ка. Так, ну, на этом враге как-то непонятно, он живучий. Ай. Черт. Ау. Нет, это не то, что я хотел сделать. Вот это вот то, что я хотел сделать. Блин. А еще я хотел сделать вот это. Да. Броня это полезно. И добиваем его. Как это сделать? Не знаю. Как-то он не добивается. Ау. Окей, он мертв. Броню можно выключить. Так. Что здесь? Насколько я помню, я там где-то поднял платформу в прошлый раз и не пошел к ней. Возможно, это такая же платформа, как были раньше, которые, ну, не раньше, точнее, а позже, если так правильно говорить, которые нужно поднять и сразу же запрыгнуть на нее. Ну как? Ау. Ну, слабоват, конечно, пистолет. Совсем слабоват. Хотя, может быть, и нет. Во-первых, на него есть улучшение, которое просто увеличивает ему урон. Во-вторых, он... Нет, он не прокачивается, по идее. Прокачивается перчатка и меч и коса. Ай. Так. Окей. Даже не знаю. Как-то слабоват этот пистолет. Вот туда вот выстрелить не получится. В смысле, что выстрелить получится, это понятно, даст ли это что-нибудь? По-моему, нет. Что это вообще? Я там был? Ну, то есть, я понимаю, что я там был, наверное. Попробуем туда еще раз попасть. Ну-ка. Или нет, там я все-таки не был. Это... Где это вообще? Выше меня? Или это вообще за стеной здесь? Ага. Вот оно, я все еще не понимаю, что это. Но стрельба... Не работает? Не то, что не работает, там... Какой-то эффект вроде есть, только... В общем-то, да, не работает. Вот там вот эти кристаллы тоже. Как туда к ним попасть? Ау. Рыба. Где-то здесь вот вроде был. Была пещера. Да, вот она. Это. Посмотрим. Жизни совсем мало. То есть я уже две аптечки потратил из четырех. Одну случайно, вторую специально. Ага. Еще максимум ярости.
кто-нибудь здесь? Нет, ничего. Странно. Как вот туда попасть? Потому что я вижу что на карте, что там что-то есть. Сюда? Не ясно. И где был? Да, вот эта платформа. Только на нее попасть я тоже не могу. По-моему, могу. Ну-ка. Да, действительно могу. Ау. Так. И здесь еще какой-то... А, максимум жизни? Да? Лайфшот. Отлично. Есть ли здесь что-то еще? Везде ли здесь я был? Там я вроде бы был. Да, и тут ничего нет. Или... Не знаю, не вижу. Возможно, там что-то есть на этой вот платформе. Но туда я отсюда попасть не могу. Тут я был? Есть ли здесь вообще? Нет, здесь просто ничего нет. Там я вроде бы тоже был. А, враги и сундук. По-моему, его здесь в прошлый раз не было. Ау. Так. Ау. Отлично. Ау. Ну-ка. Так, один готов. И второй тоже готов. И еще один сундук. Просто с деньгами. Да? Так, броню можно отключить. А этот? С броней. Окей. Ладно. Рыба, умри. Убить здесь всех. И здесь ничего интересного, насколько я помню. Внутри. Ничего ведь? Да. Хотя здесь... Я ведь поднимался сюда. Нет, я сюда не поднимался, здесь артефакт. Окей. Ну, и вроде бы везде, кроме этого, я был. То есть отсюда можно уже уходить. Как там отсюда уходить было? Сюда? По-моему, нет. Но там враги. Просто посмотрим, что здесь. Вдруг какие-нибудь сундуки появились тоже. Вроде бы ничего. Тогда нафиг.
они ведь не поплывут за мной. Не поплывут, отлично. В этом пистолет удобен. И еще враги. В этом пистолет тоже удобен. Можно нанести какой-то урон противнику, пока он еще не подошел. Отлично. Ау. Окей. Ау. Добивание. Так, добивание. И он улетел. Ладно. Ага, нужно вот что-то, что зацепляется за эти штуки, опять же. Чего у меня пока нет. Купим снова, во-первых, артефакт. Да. Во-вторых, еще пару аптечек. И у меня снова ни на что практически не хватает. Нет, на что-то хватает. LT плюс LS плюс Y. Я не совсем понимаю, как это делать. Ну, давайте попробуем. LT плюс LS плюс Y. Назад, что ли, так? Да, видимо, да. Угу. Ясно. Окей. Больше здесь вроде ничего нет. Ну, кроме того сундука с жизнью, с максимальной жизнью, с вейшардом, который я не могу достать. Тоже ничего особо нет. Добивание. Окей. Пара врагов. А, тут этот вентилятор снова, блин. Ну ладно. И все-таки как здесь? Тут ведь было что-то сверху. Как туда попасть? Судя по карте, туда попасть от вентилятора. Посмотрим. Здесь снизу? Возможно. Давайте попробуем. Как туда спрыгнуть и выжить? Черт, 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 черт. Блин. Никак, видимо. Ладно. Возможно, нужен какой-то еще предмет, чтобы туда попасть. Здесь ничего вроде нет.
и туда я не допрыгну. И это выход обратно к Самаэлю. Окей. Добивание. И что-то мне подсказывает, что дальше мне придется идти вон туда. Ну ладно. Сначала мне придется идти к Самаэлю, конечно же. Он мертв? Да. Окей. Да, совсем слабый пистолет. Надо будет купить улучшение. Так, что нам скажет Самаэль? Enjoy yourself. War in the Black Hammer, plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worship their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the Chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the Spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive. Ай, блин. Я случайно пропустил заставку. Почему, когда их надо пропустить, они не пропускаются? Окей. Не времени. Как ее еще раз посмотреть? Блин. Это плохо. Что мне нужно делать? Иди туда. Должен быть способ как-то посмотреть снова эту заставку. Так. Нет, здесь можно только сохраниться и загрузиться. Есть что-нибудь в загрузках? Это, видимо, только что сохранение. Автосейв. Насколько он только что. Так, давайте попробуем сохраниться. Да. И загрузить это сохранение. Не, ну это то же самое. Или все-таки... Нет, это уже после. Блин. Ну окей. Хотя это очень хреновый геймдизайн. Повторяющиеся заставки, которые при открытии всяких дверей не пропускаются вообще никак. А чтобы сюжетную пропустить, достаточно нажать кнопку вот эту вот, которая добивание. Офигенно круто.
Ладно. Пойдем туда. И что мне там дали? Замедление времени? Как его использовать? Как его использовать? Хрен его знает, как его использовать. В каких-то определенных местах? Не ясно. Не ясно. Я зашел, чтобы взять этот сундук. И там что-то еще есть. Ха. Но я туда не допрыгну, по-моему. И не дострелю тоже. Ладно. Отсюда, если спрыгнуть. Допрыгнуть шансов больше, только я не очень понимаю, что это. Блин. Камера, которая выравнивается обратно вверх, когда прыгаешь, это очень неудобно. Ладно, пофиг. Можно забраться наверх. И что там? Еще один Race Shard. Раз. Окей. Зомби? Блин, даже зомби из этого пистолета долго убивать. Что у меня по деньгам? Очень мало денег. Понятно. Добивание. Добивание. И добивание. Тут тоже ничего интересного. Окей. Еще сундук с деньгами. И еще зомби. Отлично. Как пистолет будет против летучих мышей? Ну, терпимо. Издалека нормально вообще. В прицельном режиме чуть-чуть менее удобно. Дальность все-таки ограничена. Причем довольно маленькая максимальная дальность. Так. Зомби, ты мне мешаешь. Окей, здесь какой-то типа секрет. Снова вот эти вот штуки. Что с ними делать? Ладно. Угу. Замедление времени. Ага, я так понимаю, это сейчас откроет на какое-то короткое время там дверь. И мне нужно замедлить время, чтобы успеть до туда добежать. Да.
Нет, надо, наверное, сначала использовать хроносферу, потом... Да. Так. Так. И бегом туда. Окей. И там еще один огненный демон. Ну, точнее, не еще один, а просто огненный демон. Давно их не было. Ай. Ау. Я даже забыл, как с ними воевать. Наверное, как-то так. Или как-то так. Ау. Окей. Это открывает дверь. Зомби. Еще сундук. И что здесь? Артефакт. И проход дальше. Ну и давайте на этом закончим. С вами был Вайми. Пока.